думаешь, что он пойдет? Это что у нас такое? Да это вообще разминают. Вот, кто давно не видел Эмиля, вот, пожалуйста, все с ним нормально, то спрашивали меня, Слип спрашивал конкретно. Говорит, а что Эмиль, куда пропал, блин? А, да все нормально. Он забросил гнуть, я говорю, да нет, он борду отращивает просто. Ломы гнет еще. Поэтому, да, и причем он перешел, да, на суровые уже там. Ломы наши, все. Почему не принимал участие в Сечи? Потому что, как бы, ваши там восьмерки, девятки, как бы, да, уже не то. А вот 20-й лом, блядь, при весе. Сколько сейчас ты весишь, кстати? Сейчас 59-60. Блядь, и 20 миллиметров, блядь, ты представляешь, это же ебануться. Отожрался на реке Гэмли, мне тут тележу сидел, блядь, в поезде, блядь. Ну да, он говорит, я начал набирать. Я вот креатин жру, блядь, и я хуй знает, что я набрал, блядь. У меня нога сломалась, в общем, пока я... Побочки креатина. Побочки, ну, я даже не знаю. Побочки, мне кажется, все, блядь, все болячки, они все отработают. Мне так кажется. Ну да, в принципе, такая. С нами Дмитрий Михайлович, он как главный рефери, блядь. Скоро будет у него армфайт на руках с кем, блядь. Но это если мы... С Эмилем, блядь. С Эмилем Басаевым, блядь. Так что все у нас у всех, в принципе, неплохо. Что у нас на повестке дня? Какие-то лютые вообще истории. Вот это вот прям нам интересно. Бля, да, сейчас замотаем. Но надо у кого-то отобрать этот магнит, блядь. И, скорее всего, это нержавейка. Ну, выглядит как нержавейка. Судя по... Не, по-моему, нержавейка. По запаху, по виду, это нержавейка. А на зубку не пробовали? Как оно, блядь? Я не знаю, какой вкус у нержавейки? Ну, я не знаю, магнитами обычно проверяем. Вкус. Вкус нержавейки обычно проверяют. Магнит. Она еще пружинит. Кстати, еще не ввели стиль вертикал, блядь. Да? Мне тоже ввести его. Бля, ну давай попробуем. Ну квадрат ты давай это, нормально делай. Вообще хуйня ебаная. Подожди. Попробуй реверс ему дать сюда. Ну или да, я, ну все понятно, что ты его уже доебешь. Ну дай я попробую. Ну дай мне попробовать его доебать его, блядь. Мощно, мощно, мощно. 125 килограмм, может. Да, я он попробовал ставить. Короче, всем удохует, блядь, этот. Всем интересно. Ну. Всем удохают квадрат, блядь, как им только нравится. Не, пойдет, не, ну просто это квадрат, привезенный с Марса. Давай, Димон. Он сейчас сломает его, блядь. Он уже сломал батразовский тогда шестигранник, блядь. Чтобы не щелкнул только, смотри. Не, ну он красивый, кстати, квадратик. Мощная история вообще. Ну вот через ребро. Бля, подожди. Ну все понятно, что он пройден. Давай его расщепим, блин. Да. Нет, не-не-не-не-не. Сломаем. Не-не-не, разогнем его, короче. Давай, через бедро. А дайте мне квадратик, я из него сердечко сделаю. Блядь, давай, внутри. Ну сейчас-то я не сделаю, потому что мне сейчас... Иди делай, нога... сделай. Нога болит. Не, ну он расщеперится вообще. Ну да. И через бедро там можно. Встал с жопой ко мне. Встань ему где-нибудь здесь вот. На фоне дороги. Можешь его разогнуть? Давай попробуем. Он просто уже прям в бок. Что-то как-то прям вообще, да? А, нормально. Слушай, пошел. Ну тяжкие, да? Тяжкие. Ну, блядь, ну не 135 килограмм. Да? Ну, кажется, блядь, 145, ну. Не, ну мощно, мощно. Блин, ну не тогда показались таким. Это белый или черный был? А? Черный. Черный? Да, да. И там у тебя разные? Они все черные. Нет, там черный, черный и белый. Есть пятерка? Да есть. Нету этой хуйни, да? Води линейку, где линейку? Я их убил.
конечно, штанги на транспортир только. Нет, думаю, пятерка есть, сейчас подожди, я достану. Не, ну мощно, мощно, конечно, вообще. Все. Батькин рулетку. Батина. Ну да, опять вполне себе. Угу. Все. Давай. Давай, 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 тащи. Нет, свечу. Ну 61,5. Давай, обнули. Ну ты грамм отхусим, давай, давай. Тоже самое, плюс-минус 60. Бля, да я попробую тут, блядь, очко. Короче, занос под очко, блядь, дает много очков. Да. Сбрось еще раз. Сбрось еще раз. Блядь, да что такое? Я сбрасываю эту штану, на рука забьется, сбрасываю. Давай. Да хуйня, блядь. 71,5. Left hand pad был лучше, давай. Обнули. Давай еще раз. Угу. Вот оно, 73, блядь. И 2 нам. Ну как это вообще для пистука, нормально? Красавчик. Больше. О. Как называется испандер, блядь? Гриппермания, блядь. Жим 150. Ну. Ой, я себе 87, блядь. Так, это что, правая ручка была, да? Не, я сейчас чуть-чуть отдохну, потом еще пару раз. Ага. Какая сейчас у нас будет рука-то с тобой, блядь? Правая ручка. А до сотки доходил? 92,7. Ну, да. Третья попытка, я думал, такая самая. Ты как будто к армфайту готовишься, вот они на одну руку там ларат ярят, блядь. Как к ларату относишься? Как к лаврату ее. Я помню, что ты его обзывал, блядь. Ладно. Хуйню несу всякую. Давай. Это было сильно. Даже ничего не было. Ты все там снимаешь? Угу. Нихуя себе. Че, пошел, да? Нет. Давай, Андерхэм. Давай. Давай, мочи. Как говно, блядь, даже не хочу, блядь, смотреть. Как мне это работает? Я не знаю. Это пиздец. Как время? 7 миллиметров, да? Да нихуя себе. Пошел? Ну он пошел, блядь. Ну это ебать. Новый тренд, новый тренд, короче, в бендинге. Все носим пакеты прозрачные, блядь. Чтобы было видно, чем ты занимаешься. Вот. Wild Bender, дикий сгибатель, то есть счастливый, блядь, потому что он сгибает. Там у него пацы, блядь, стержни, все видно, блядь. Чтобы все боялись, смотрели. Набор резинок. Набор резинок, короче.
Так что, парни, ставим лайк, это отдельно видео, наверное. Идешь по парку, блядь. Видишь, никого нету, блядь, потому что сразу видишь, что человек идет, блядь, который сгибает, ну, тихо, да, просто дождь усиливается, когда ржешь, блядь.